Привітанні, сябры. Новости из мира мессерструктор белорусский. Наша Мрійка решила показаться народу. Так она обычно сидит где-то там позади. Вот она такая поджарая, такая красивая, стройненькая. Я думал почему-то, что у них со временем брюшки деформируются. Но нет. Как в первый день все равно. Ну, новости хорошие. Пока зима зимой, а они размножаются, развиваются. Вон роботик новый вылупился такой. Утипутечка такой. Еще не запрограммированный, но скоро его запрограммируют, и он вольется в жизнь. И будет дальше. Там носится еще с одним огромным суперсолдатиком. Вон он там. Такой беленький, большой, пузатенький. Понесли специально, чтобы показать, наверное. Тоже будет такой роботик интересный. Ну, во всяком случае, хоть и ни шатка, ни валка, но размножение продолжается. Ну, побежали спасать. Спасатель прибежал. Роботика понес в место такое безопасное. Бедненький. Ладно, скоро закончим. Потихоньку, полигоньку у нас продолжает развитие. Ни шатка, ни валка. Хоть и зима, но развивается. Ну, вяленько, конечно, вяленько. Вижу, что они жуют эти просяные зернышки, но зима есть зима. Поэтому я им бросаю мух на арену. И они их как-то так слабенько утилизируют. Целыми почти оставляют на арене. Чуть-чуть только поедят и все. Просто не едят эти семечки, которые я им бросаю, разламываю. Дынные это семечки такие. Ну, потихоньку, полигоньку, внутрь что-то ничего не хотят заносить. Королевушка наша, Мрійка, там сидит себе спокойненько. Кстати, вот недавно сообщили мне, что, ну как, не похвастались, наоборот, пожаловали, что муравьи убили королеву. Ну, честно говоря, это, по-моему, только у мессерструктор так. Больше нигде я не видел, чтобы муравьи просто ни с того ни с сего убивали своих королев. Почему так происходит у мессеров, я не знаю. Поэтому за нее и беспокоюсь постоянно, потому что без нее жизни в муравейнике не будет. Загнется так и не начавшись. Ну, не будем о грустном, скоро Новый год. Сегодня католическое Рождество. У нас в Беларуси интересная ситуация. У нас половина католиков, половина православных, поэтому как-то мы все, особенно в западных областях, как-то мы все отмечаем и католическое, и православное Рождество. Нет такого. Ну, у нашего Бога два дня рождения, поэтому мы только в плюсе. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.